Спасибо. Подарок Иван Петрович, вам папа. Там еще много можно просто слушать начитанное, ну и много другого, видеоматериалы различные, как верующие я люди живут. Это, я просто не смотрюсь, я просто как выехал здесь, не знаю, как это, бабушка, все. Ну, я да. Просто хочу сосед там, это, я скажу, летите сюда, чтобы вы у вас взяли, и как сделать это все. Церковь? В церковь? Да, да, да. Да, чтобы в церковь попасть. Нужно, ну, почитать Евангелие. Если... Нет, к вам, если вот это. А, к нам, а вот да. Здесь вот, вот, вот здесь же все есть, да. Тут есть и телефон просто, есть сайт. Ну, интернет, слышали, да, наверное, да, 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 да. То есть там несколько кнопок нажали, и вы вообще все о нас узнали. Я понял, я просто хотел, чтобы к вам это, чтобы люди спросили или чего-то. А, так а вот у вас же есть. Вот, вот я вам скажу, вот это вот. Можно на сайт зайти, просто наберите, допустим, Игнатий. Игнатий. Имя Игнатий. Знаете, Игнатий? Да. Вот Игнатий набираете и в интернете, и все, и прям выходите на нас туда. Или к истине набираете, опять выходите. Да, тут все написано. Вот это вот все перечисляется, куда, откуда можно попасть из интернета. Любое посылы. Просто одно имя пишите или Лапкин фамилия. Все. А это просто я посчитаю. А это Евангелие, это нужно, чтобы постоянно было у вас оно. Это закон Иисуса Христа, как попасть в Царство Небесное. Если вы хотите вечно жить, то вот эти слова. Вот здесь через то. А просто, конечно, это как жизнь. Нет, ну может быть вы не до конца еще верите Христу. Нет. Но вот если вы будете тут читать, Христос прям сам говорит, что Он пришел дать жить вечную жизнь. Вот его слова здесь. И поэтому мы и стоим и. Мама, и папа, и все, и бабушка все говорили. Ну они про Царство Небесное говорили же? Да, они вот там ну, вот, есть такое. Ну вот о чем? Вот тут написано это все. Вот. Вы только начните читать, и вас это увлечет все. И вы поймете, о чем они говорили. Здесь и не только о справедливости какой-то написано, о свободе, равенстве и братстве, а написано, как Христос даст верующим в Него вечную жизнь. Я, конечно, слышал вот это, что Он дает. А мы поверили в это. Да, в это и идем за Ним. И идем за Ним, да, в Церкви Божией служаемой. Вот это, да, вот. Помоги бы и вам, Господи. Ну, если что, звоните по телефону, там вам ответят все. Это уже Евангелие. Да. Ну вам спасибо за это. Слава Христу. Помоги, Господи, до свидания. Хорошо, с Богом. Давайте, да, с Богом. Вот почему. Православная церковь, Евангелие. А зря. Вечная жизнь ждет каждого, кто уверует во Христа. Христа, он спаситель наш. Вон этот, лагерная. А вон там. Ребятишки. Добрый день. Мир тебе. А? Мир тебе, говорю. Там тоже мир. А вы что, здесь были? Нет. На занятиях были? Да, да. Молодцы. А у вас Евангелие-то у всех есть? Да, да. О, молодцы. Да, да. Пришли. Мама была сегодня, молилась. Евангелие, православная церковь. Пожалуйста, веруйте в Иисуса Христа до конца. Помогите Христу. Там же это в интернете же. Мама, не знаю, что это. Хорошо. Мама, православная церковь. Евангелие бесплатно. Ну, пришли. Не все. Сбор Христа, подарок. А это вот помоги, Господи. Видите, для подруг берут, для родственников уже нас знают. Некоторые подходят и честно говорят, да у нас уже есть ваше. Мы даже всем уже снабдили всех, кто рядом. Вот так вот. Сегодня прям говорили два раза. Слава Богу. День добрый. Евангелие. Подарок. Нет.
вас подходит, а то подарите кому-нибудь. Евангелие должно быть настольной книжкой, книгой у каждого человека. Представьте, Царство Небесное, оно просто так не дастся, это же понятно. Поэтому надо знать все, что Христос заповедал. Я не агитирую, я проповедую. Агитируют коммунисты. Пришло 550-500 где-то там корабельников, ну, кто-то тут. А обратно потом как? Обратно на автобусах на это везло, обратно на здесь нет. То есть они в кубы в Коробейниково они пришли, убедились, что Бог существует, а потом на автобусах. Показали, что есть люди еще верующие в Бога. Прославили Бога этим. Прошли. А вот пока шли, вот вы вышли 550, а кто-нибудь еще присоединился, потому что проповедь-то была? Обязательно в каждом остановке, у нас же остановки были, я плохо знаю, да, там было. И на остановках к вам еще присоединялись? Да, присоединялись. И вот 550 вышли, а сколько до Коробейникова дошли? Тысячи две, три? Так мы же шли как, уходили люди, уезжали, приходили, уходили, ну вот так, эти дороги. Такое шатание такое было, да, я же туда-сюда, языческое шатание. Это не язычество. Ну как, пришли, ушли, но цель-то прославить Бога, как она не дошли до Коробейникова. Коробейникова я был. Каким-то не дошел. Я просто для себя убедился, что там очень много людей, хороших, добрых, верующих. Просто видел, я в протестантской церкви, я уже около 5 лет там служу. Протестантской церкви я служил? Да, служу, сейчас. Так брат. Они же протестанты учат, что православные это идолопоклонники, что они иконы. Меня никто этому не учит. Я плаваю, да я сколько ты. Нет, ну я не знаю, может послушать, но наши церкви. Я сейчас не учат это. Не учат. Нет, я хожу и пойду. Ну а вы как же написано, кто делает изображение? Да не делай не никакого нас... изображения, вторая заповедь. Нет, я не знаю, у нас такого. Ну хочешь носить крестик, носи. Хочешь? Крещение у нас водное принимают. Вот вчера принимали водное. Ну а почему они не в церкви-то, не в православной, а один? Ну, знаешь, я не хочу с ними даже как-то разговаривать на эту тему. Я всегда, знаешь, делаю, что если Бог меня ведет, я иду в церкви, за полный раз захожу. Я же сказал, что захожу, сейчас Александр у меня будет. Ну вы сюда заходите, а там... Помолюсь, и туда там же молюсь. А туда в приходе. А там живу. Там живете. И там живу, служу людям. То есть в двух церквях? Работаю, служу людям. Как? Ну, Господь же одну церковь создал, надо как-то определяться. Так она есть у нас одна? Ну, нет, протестанты отдельно, они с православными. А что, при чем тут православные, протестанты, мы же христиане, что православные? Ну, а почему не вместе, почему в разных церквях-то друг друга не признают? Так я не знаю, у нас признают, только что не сюда, ходи туда. Да? Ну, я вот здесь служил. Потом пригласят меня вот летом сходить в поход, опять говорить. Пойду. Потому что у меня там братья есть, у меня есть сестры. Ну, где-то, может, я где-то что-то не понимаю. Но цель моя вести Слово Божие будет, как и ваше. Ну, а вы вот как понимаете, вот тысячелетнее царство, оно будет или оно сейчас идет? Да, о котором в Откровении говорит. Я думаю, что то, что дается в Библии, то и будет. Вот, ну, нет, говорится, что будет тысячелетнее царство на земле Иисуса Христа. Я думаю, что это будет. Что это будет, да? Когда? Ну,
Закрыта тема эта же. Когда он второй раз придет, я думаю, что он придет, будет пришествием, за будет судить, верующих и неверующих. Да. Потом тысячу лет будет его так. Потом будет тысячу лет его так. А написано, в последний день будет судить. Мы же знаем, когда это будет. Ну вы сейчас говорите, что... Когда будет... это последний? Вот видите, сейчас говорят. Нет, написано, что будет в последний день суд. А вы говорите, что после последнего дня еще тысячелетнее царство будет. Ну, а православные так и считают, вот это все разногласия. Да я не знаю, я никогда разногласиями не занимался. Приходил. Мне Бог живой, я знаю. Это Бог живой. Почему верит, почему верит-то у него по-разному? А то, что приходит, так тут по-разному. Ну, я верит. Тебе говорю, протестанты верят, что тысячелетнее царство будет. А православные говорят, что оно сейчас уже идет. Там оно началось. Там написано, что там прикованы, там не молиться. Я закажу, не знаю, просто перекрещу. Помолюсь. Я же не на икону молюсь, а не на царя-батюшку, на Иисуса. Прошу Иисус Христос, благослови эту церковь. Понятно. На то, что Дух Святой здесь был. Иисус-то Бога ощущалось. Ну, храм-то Божий у нас там внутри. Я думаю. Куда бы ты ни ходил, чтобы там было все нормально. Сейчас эта группа была хорошая. Мы должны вообще служить Богу. Прежде всего, забыть свой эгоизм. Ну, забыть. Себе, мне, дай мне другу, дай, Господь, дай, дай, дай. Я всегда говорю, дай мне своим. Надо благодарить за то, что, вот, что ты живой сегодня. Славить, благодарить. Славить его имя. Благодарить всегда. Благодарить за то, что ты сел, у тебя так уже здесь. У тебя есть, ну все есть. Ну, ты пришел, тебя приняли здесь, у тебя все есть. Это благословение Господь тебе дает. Через людей. Люди же несут все. И на деле будет, ты ходишь, не пользуйся этим, ты живи. Это я служу. Но я не могу ему запретить, допустим, правда, ходить сюда или туда, ну не могу. Я понимаю, когда... Ну, у меня много друзей здесь, правда, у меня много друзей осталось. Я с ними на эту тему... А вот как насчет бороды, вот православные тоже бритые, там, я вот знаю, что раньше вот баптисты, они не брили. Я не знаю, я ходил там с бородами. Еще лет 30 назад. Были с бородами. Он не проповедует, что это? Нет. Он блудодейно верит. Нет, у нас есть бородой двое. Вот сейчас пошли, брат, с бородой. Ну, я говорю. Ну, а вы Библию-то читаете? Там, в Второзаконе написано, что не касайся проверок бороды. Знаете. Или это теперь уже не надо? Как бы, порой знания нас нагнивают. И мы когда много вот это все... Даем это значение, сразу там же прокуривание написано, проводку. Ну, все нам, как говорится, но не все приемлемо. Да? Прокуривание написано, это что, можно курить? А зачем? Я и говорю, вот там ну, не написано, они спрашивают. Ну, не написано. Но проводку написано, Ну, Бог же нам дал свободу. Дьявол дал свободу. Нет, делай, что хочешь. Бог дал ран, но уже ночью. Я свободно ношу бороду, а вы служите дьяволу, бреете. Дьявол, вот такие Бога, Бог говорит, не касайся, а дьявол говорит, касайся. Ну я вот не могу, свободно. Я не могу носить, потому что мне не нравится, я не свободен. А при чем мне нравится, не нравится, ног просто. Петр, несем камни, там все как бы, граната, лифт, все, что слышно. Когда была основа протестантская церковь, знаете, кто поверит? Церковь в кавычках, хотя это такая не церковь. У нас Бог один, и нет у нас других свобод. Все в заповеди, все в заповеди, знаете, и мы также молимся по этим семи заповедям. А какие семь заповедей? Вот у нас есть десятисловие Моисея, девять заповедей Божьих Христа. А еще какие семь заповедей? Назовите, какая глава, о чем они говорят? Семь заповедей, Бытие, 20 глава. Там 10 заповедей, что же дает? 10, да. 20 глава, Бытие. Ну, да. Бытие, 20 глава. Ну, там какие семь заповедей? Нема там семь, там 10 заповедей дает. Ой, ну 10.
Нет, в исходе. Это исход 20-й глава. Не бытие. Где 10 заповедей, это исход 20-й глава. 20-й глава. А бытие там что-то заповедь дается. 10 заповедей. Бытие 10 заповедей. Нету. Это в исходе. Исход. Книга исход, наверное, мы. Книга исход, да. Смотрим. Конечно. Бытие 20 глава там о чем говорит. Ну Библию открыть надо. Бытие 20-й глава. Там написано, благословение патриарха Кирилла. Здесь написано, там видите. Визитку предложили, и все.